Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про ванны. Сегодня вы узнаете про дополнительные опции и целесообразность их использования. От того, из какого материала выполнена ванна, зависит наличие дополнительных опций. В чугуне или стали обычно эти элементы отсутствуют. Выбирая ванну из чугуна или стали, вы можете остаться без дополнительных опций. А вот ванны из акрила легко можно встроить гидромассаж, аэромассаж и хромотерапию. Гидромассаж реализуется при помощи специального насоса, который нагнетает воду через специальные установленные в стенке купели форсунки. Для насоса необходимо дополнительное место, а также нужно предусмотреть доступ для регулярного обслуживания. Аэромассаж реализован по такому же принципу, как и гидро, но имеет одно существенное отличие. Здесь по форсункам насос нагнетает не воду, а именно воздух, который и создает приятное ощущение во время принятия ванны. Хромотерапия – это система, предназначенная для повышения общего тонуса организма. Принцип хромотерапии реализуется при помощи фиолетовых ламп через специальные отражатели. Гидромассаж, аэромассаж и хромотерапия – это дополнительные опции, которые требуют подвода электричества, места для размещения насосов, а также регулярного обслуживания. Поэтому наличие их в вашей ванной – это ваш собственный выбор, который в целом удорожает изделие.